В Омск с очередным триумфом вернулась прославленная гимнастка. Ксения Дудкина в составе сборной России защищала честь страны на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходил в Киеве с 27 августа по 1 сентября. На международных соревнованиях омская спортсменка завоевала две медали. Золото она взяла в групповых упражнениях с мячами и лентами, бронзу – в многоборье. Мы переживали все по-разному, выступали, мы старались. Конечно, получилось не все, что мы хотели. Но, как говорится, что сделали, то и получили. В аэропорту омскую спортсменку встретили заслуженные тренеры России Елена Арайс и Вира Штельбаумс. Выступали хорошо, и уровень соревнований растет от года к году. Вот начинали, когда там по 30 сразу, по 26 выступала, а вот уже вообще даже я захватила вот эти последние. Сейчас 56 год выступала. И, конечно, развивается художественная гимнастика во всем мире. Поздравил Ксению Дудкину с победой и заместитель министра спорта Омской области Дмитрий Крикарьянц. Результат для первого после Олимпиады года вполне приемлемый. Что приемлемый? Хороший результат. Две золотые медали, бронза в многоборье. То есть это, я думаю, и на уровне федерации, и Ирина Александровна, наверное, в принципе, удовлетворена. Спасибо большое, конечно, тренерам, которые с нами готовятся, тренируются каждый день. Говорят, да, Татьяна Александровна, Ирина Александровна, и вот мои тренеры из Омска, они всегда поддерживают. И мы тренируемся и стараемся выполнять все, что нам говорят, и тренироваться для того, чтобы потом все получалось. На выходе из аэропорта Ксению ожидал сюрприз. Воспитанницы Центра художественной гимнастики встретили чемпионку с плакатами и хлопушками.